Всем привет, давайте послушаем с вами последний альбом Йеника. Получается, он уходит из музыки, конечно, это все печально, да. Но вот это его решение, как бы надо просто это принять. Слушали от него один альбом, это Love Drunk, и все, на него больше реакции не было. Так, получается, кто у нас здесь есть? Фитах. Фитах у нас здесь есть. Оригами какой-то, да, получается. Love есть тут. Вонючек. Так что давайте послушаем. Первый трек, будь осторожен, но с вас лайк, комментарий, подписка на канал, пожалуйста, делайте, не забывайте. А, Исаева, получается, Еник Исаева, будь осторожен. Ликвид, Макс Каменщиков, да, тут еще. Не знаю, кто это, честно. Очень приятный голос у Исаева, да, не знаю, кто это за исполнительница, но очень приятный у нее голос. И у Еника классный голос, такая получилась душевная, искренняя, романтическая песня, да, то есть такая прям, ну, офигенный вайб, классная музыка, и поставлю 10 из 10, потому что тут, ну, мне все тут понравилось, очень офигенно звучит. Будь осторожен, мне не нужно этих слов больше, ведь все в прошлом, да. Вот так вот, не знаю, что добавить. Офигенный трек. Там уже и птички поют за окном. Вот так вот. Так, личные причины, слушаю дальше. Такой будет альбом, мне кажется. Грустный, да? Немножко. Музыка.
Очень, знаете, такая волшебная музыка, очень волшебная. Теперь так будет всегда, личные причины и чужой среди своих, да, то есть хотел бы рассказать, но не могу. Это, видимо, такая какая-то боль в треке ощущается, да. Это тоже 10 из 10 поставлю, такой искренний трек. Искренний и душевный трек, очень душевный трек. Такие личные у него переживания, да, какие-то. Мне нравится очень атмосферно. Так, слушаем дальше. Плюс 25, фит Солт. Сейчас глянем, кто-то в фите. Ликвид, да, только получается. Ice is so loud. Знаете, ребят вообще. Легче засыпать,
счастлив, как и раньше, быть на треке с пацанами. Нет, я не стал уродом, пара школ в школом теле, я в натуре мастер спорта. Ты все пропадаешь с людьми третьего сорта. Все идет нормально, все идет нормально. Ведь ты этого достойна. Очень атмосферный бит, и очень понравился мне исполнение и голос Soul Low, тут это классный, то есть у него очень классный голос. Фух, такой прям, знаете, такой трек, прям искренний, очень искренний, атмосферный, да, типа, не стану двух старых друзей менять на новых, да, то есть снаружи снег там, слякоть, а внутри всегда плюс 25, вот так вот. Приятный, очень классный, очень вайбовый трек. И я такого не ожидал от Ейника. То есть, когда я слушал Low Drunk, мне как-то он так, типа, зашел средний, да. А вот здесь прям, ну, то есть, классная атмосфера, вся выдержана. Прям, ну, прям слушаешь, прям с кайфом слушаешь, да. Такой сильный, мне кажется, дальше будет. Типа, песни сильные будут. Окей, этот поставлю 10 из 10, классный трек. Мир изменился, но... Когда мир изменился, но не мы, фит оригами. И Макс Кабичиков. Простые аккорды вышли из моды, растворились годы. И мы незаметно стали из тех, кто обсуждал погоду. We'll be right back.
Сложно оставаться простым. Мир изменился, но не вы, получается, весь мир изменился. Но они остались же теми же ребятами, которыми и, то есть, были. Не знаю, как это правильно сказать на самом деле. То есть, такой, то есть, какой-то глубокий смысл, да, видимо, они имеют в виду. Смотрю отражение, та же улыбка, только с тени от мыслей. Сквозь дни моменты. Получается, тут только Макс, да, Камечек был в фите. В принципе, тоже у него голос неплохой. Еник, как всегда, его припев и куплет, это просто бомба. Классный трек, поставлю 9 из 10. Не знаю, что тут еще обсудить. Очень приятно звучит, очень атмосферно. Имеет место быть, почему бы и нет. Так, отчаяние, интерлюдия. Как и у Клоукома было интерлюдия. Отчаяние. А, тут нету текста, да, просто бит будет. Да, тут просто бит будет. Я не знаю, а зачем это делают? Типа, просто для атмосферы, да, наверное, альбома. Ну, ничего так, типа, интересно, интересно. Окей, фит с Лавом, последний день с тобой. Где-то далеко падает звезда, просто откроет, кто шорит тебе, летят лучи добра. Я знаю, ты одна, но я дал обещание быть с тобой, даже когда не прекратит свое существование. Я делаю все, чтобы в этот раз не опоздать. Мне нужен этот шанс, мне нужен с тобой день. Опять так много слов, если хочешь, не верь. Очень офигенный вид, приятный. Поставлю 9 из 10. И Love 666 тоже тут классно сделал. Love 66. Офигенно тоже сделал. И Еника приятный очень голос. И у Лава здесь голос приятный.
офигенно, офигенный вайб, приятная мелодия и в целом так-то атмосферно звучит, да. Я сделаю все, чтобы в этот раз не опоздать, мне нужен этот шанс, мне нужен с тобой день. Опять много-много слов, если хочешь, не верь, ты узнала, то из-за чего теперь? Это последний шанс, возможно, с тобой день. Надеюсь, это не время больших потерь. То есть последний с тобой день. Надо чем-то жертвовать, да, так сказать, идти на жертву какие-то, чтобы остаться с ней последний день или чтобы ее вернуть назад. Как-то так. Так, ремейк, Еник, даже больше, чем обычный ремейк какой-то. Давай послушаем. Волшебная музыка. Искренне. Поет о девушке, да, получается. Это красивее, чем обычно в этот вечер. То есть такие, то есть, блин, я не знаю. Он типа ее любит, да? Или он хочет ее, то есть, вернуть, либо она от нее ушла. Я не могу понять. Но это очень искренне, душевно, приятно. То есть, блин, все классно. 10 из 10 поставлю. TT Girls 2004, да, слушаем. TikTok Girls, да, наверное. Что-то такое. Yeah.
хочу забыть о прошлом. Ощущение, что я камень, ну просто покрытый кожей. Теперь жду только дела, раньше ждала, сестра приходит. Если ты тоже из золота, не значит, что похож. Братик, не сдавайся, шар всем, светит фонари. У меня нет сердца, знаешь, я его подарил. Некому молиться, не над нами, только не тоже. Если вдруг не спится, то ты просто все расскажи. А тут получается фит с исполнителем TJ Hey, тоже первый раз слышу, но голос прикольный у него. Очень классный бит, и бит делал, получается, ново, да? Респект, офигенный бит. А, ну, про TikTok девочек, да, то есть TikTok girls. Я люблю TikTok делать девочку, и чё зумер, да? Классный у него прикольный голос, кстати, второго исполнителя. Ну, Янин здесь тоже офигенно звучит. В целом, 10 CC поставлю, офигенная работа, чё тут скрывать, даже нечего. Так, слушай, дальше. Так хорошо. И я боюсь, да, просто подпускать ее к себе. Но каждая минута рядом, блять, как будто во сне. Это пугает совсем. Ведь я обязан думать совершенно о другом. Все 32 метро, нравятся все сторон. И тут, конечно, без вертолета просто смыть с водой. Это крестьяна работа, и трачу больше доходов. Но почему-то мне снова так хорошо. Читал наперёд, без ног летел раньше, чем я ждал. Всё, что успешно прятался, я вернулся до носа. Я, как и все, на работу, и трачу больше доходов. Но почему-то мне снова так хорошо. Да, получается, и дальше будет, типа, музыка, то есть, уже идти такая, то есть, ну, припев этот будет, да, дальше идти. В общем, поставлю 8 из 10, то есть, типа, ну да, типа, самое главное, это быть на позитиве и улыбаться, вот это самое главное, ребят. Я с этим всем согласен, то есть, типа, что бы у тебя в жизни не случилось, главное оставаться на позитиве и всегда говорить, что у меня все хорошо, да? То есть, как-то так вот. Чтобы у вас все было хорошо, я вам желаю этого. 80 поставлю, дальше смысла нет, слушай, потому что там одно и то же, да? Давайте не будем, типа, тянуть кота за яйца, да? Который год понравился, слушаем дальше. Что мы на дуэль.
Такой же, как и ты. Хочу со смысл жизни. То есть Ени хочет найти свой смысл жизни, да? Ну, то есть ему, видимо, музыка надоела, да, музыку, да, типа делать, поэтому он хочет себя попробовать в чем-то другом, да? И такой же, как и ты, сбивается с пути, да, все, то есть не может свое русло, да, отыскать, в общем. Но я думаю, что у него все хорошо будет, поэтому же пожелаю ему удачи. Трек 10 из 10, искренне душевная музыка, офигенная, то есть классно все. Животное, слушай дальше. Вот, слушали, получается, от него Love Drunk в том году выходил, слушали. Месяцев 7, наверное, да, назад или 6, не помню. Месяцев 7 лет назад. И там мало просмотров было. 357 вроде просмотров. Думал увидеть Едик, но Едик не увидел никак. Хотя одна реакция была на него. Больше ни у кого не было реакции на Едика. Мне поезд через час, но... Блять, так
заметно на одну. Извините. То есть она уехала, да? Уходи, прошу, поставлю 8 из 10. А почему он считает себя животным, да? Он что-то сделал не так, да, видимо? Типа вот она там, что-то поезд, она уехала, да, получается? Типа не хочет, что, типа, можешь не дарить мне любовь. И доброту, да? Типа не надо мне дарить, потому что я животное, свинья, да, не знаю почему. Видимо, что-то случилось, да, у них там. Ладно, я не буду в это лезть. Трек, ну, такой искренний, лиричный. Такой прям, ну, то есть, личный трек, я бы сказал. Давайте послушаем последний трек «Становись старше» ремейк. Почему ремейк? Не знаю. Ну, вот это финальный трек альбома, получается, Еника. И все. И он, типа, вырос, да, из этого. Трек сложный на самом деле, пипец, эмоционально сложный трек очень, каждый видит в нем себя. Вот и все. Конец сказки Еника, то есть конец его музыки. Пожелаем ему удачи, чтобы у него все сложилось, все получилось. Пожелаем ему реально удачи. А тяжелый эмоциональный трек, он не хочет старше становиться.
Все мы хотим оставаться молодыми, это понятное дело. То есть он куда-то идет, себя ищет, да, видимо. И все-таки он решил окончательно с музыкой, да, завязать. На жизнь идет пятый, что нас ждет, куда же мы придем? Я не готов становиться старше. Но время нам покажет. Да, время все покажет, это самая главная фраза. В принципе, офигенный альбом. Офигенный альбом для реального ухода из музыки. Вот реально, человек решил уйти, он все, уходит. Конечно, это печально все. Но может, когда-нибудь он вернется. Вообще, о Енике я узнал первый раз, когда послушали Меган Фокс. Меган Фокс, когда послушали фит с Фейсом. Он там офигенно очень спел. Молодец. И слушал еще трек «Уши». Посмотри на эти красивые уши, может быть, она даже без одежды лучше. Посмотри на эти красивые уши, может, она без одежды лучше. Вот так вот. 10 из 10. Еник, удачи тебе, желаем. Все ребята, желаем Енику удачи. Пишем комментарий свой с пожеланиями для Еника. Ну, и с хорошими словами, да. Ну, и для меня комментарий тоже оставьте, пожалуйста. И лайков надо много сделать. И подписывайтесь, фанаты Еника. Конечно, буду рад вас видеть на канале у себя. Всем удачи, всем пока, ребят.